Всем привет! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня хочу вам предоставить хороший вариант 1 плюс 1 в районе Махмутлар. До моря отсюда максимум 499 метров. Квартира находится между улицами Барбаросса и Ататюрка. Проект был сдан в 2017 году. Юго-западная сторона. 50-55 квадратных метров полезная площадь. Тоже большая, 1 плюс 1. Бытовая техника, вся фирма Арчелик. Тут у нас проточный водонагреватель в санузле фирмы Вегито. Всем привет. Здесь душевая кабинка, как вы видите. Ну, чистая квартира. Есть фитнес, сауна. Сауна рабочая. Генератор, детская игровая площадка. Открытая парковка и... большой бассейн, который тоже функционирует. Кондиционер фирмы Eclipse. Инверторная. Новая. Спальня тут у нас где-то 14 квадратных метров полезной площади. 13,5-14,5 между ними. Я определяю сразу на глаз, потому что я отмерял все квартиры, можно сказать, что те, которые снимал лазерным измерителем. Если не позвоню. Так. Ага. Здесь у нас балкон застекленный. Бассейн сразу покажу. Открытая парковка, беседка. И там сразу выходим к улице Ататюрка. Генератор тоже отсюда покажем. Во. Генератор, детская игровая площадка. Надеюсь, все достаточно, много чего не надо пока. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 110 тысяч евро. Есть маленький тур, познакомлюсь с хозяевами квартир. Все, с вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Всем пока-пока.